Я вновь всех приветствую на своем канале. И этот обзор будет посвящен моему заказу по 9-му каталогу Avon. Заказ у меня был в основном клиентский, себе я просто добивала уже до минимальной суммы на 1600 рублей, просто чтобы не оплачивать доставку. Плюс мне пришло еще два подарка. В наборе тушь и блеск за 5 рублей, но я решила разделить его между собой и клиентом. В общем, начну я, пожалуй, сначала с самого большого этого части заказа. Это клиентский заказ. Это делала заказ сестра моей подруги Женьки. Это два крема для рук серии Care. Пчелиное маточное молочко, крем для рук и ногтей и кутикулы с пчелиным маточным молочком. 100 мл. Интенсивно увлажняет, интенсивно увлажняющий для очень сухой кожи. И такой же точно этой же серии роскошный уход крем для рук, ногтей и кутикулы с органовым маслом, глицерином и витамином Е, тоже 100 мл. Мне вот лично, я пробовала только один такой крем у Женьки, как-то тестировала, он мне не очень понравился, но не совсем то, что мне нравится, мне больше все-таки немножко другая консистенция нравится. Но в принципе неплохой крем, если люди берут, то наверное кому-то это подходит, ну и пользуется. Она взяла себе два. Она взяла себе Avon Simply Delicate очищающий гель для женской интимной гигиены с легким цветочным ароматом 300 мл. Вот такой. Он пришел чуть-чуть, открученная была крышечка, там совсем чуть-чуть пролилось. Я заметила, что у меня бумажки, где написано, что, зачем и почему я покупала, немножко в одном месте была влажная. Там один листочек. И я сразу залезла в пакет, я уже коробку оставила на почте, потому что она была несколько больше, чем пакет, который я взяла. И я переложила все, заметила уже только в пакете. Никуда больше ничего не капало. Но, в общем, такая недоработка. Это как раз вот когда там у меня был недавний обзор про заказ Faberlic, где там пролилось прилично гель для душа, который же еще и пена. Кстати, завтра я буду звонить, узнавать по поводу досыла моего заказа первого по Faberlic. И если все-таки придет этот порошок, то я, наверное, тоже все-таки его обозрю. Хотя бы так, для галочки. Вот такой вот гель, значит. Я тоже эту серию не пробовала сама, но Женьке она нравится, и люди берут, значит, наверное, она кому-то все-таки подходит. Потом она взяла снова пару, там можно было купить один за 100 с чем-то, а два, по-моему, по 199. Это спрей серии Avon Naturals. Это у нас цветущая сакура, лосьон спрей для тела, освежающий 100 мл. И соблазнительная маракуйя пион лосьон спрей для тела, освежающий с витаминами. Тоже 100 мл. Я когда-то давно, когда еще не занималась Avon как представитель, а занималась просто как через девочку, в общем, ну, или как представитель, неофициально, можно так сказать, набирала просто очень большие заказы там по людям, помогала одной подружке. Я заказывала себе какой-то, я не помню, но у меня брала из этой серии Машкина мама, лимон, по-моему, был тогда. Ну, это было, не знаю, лет 10 назад, может. В принципе, он мне нравился, и мне тоже он тогда нравились. Я не знаю, может быть, закажу себе какой-нибудь, возможно, спрей, хотя у меня их все-таки этих духов сверх много. И лосьонов для тела мне тоже пока прилично, вместе с молочками. Ну вот здесь я смотрю, крышечки немножко отличаются. Такая как-то чуть-чуть вогнутая даже внутрь. А это такой обычно классический. В общем, чуть-чуть дизайн отличается. Чем связано? Сделано в России. Все-таки сделано, наверное, это в Польше. Ну или где-то там, потому что все это изготовитель, вот это вся информация, она написана в основном не совсем на русском. Может быть, этим отличается. Ну, мне, в принципе, это не принципиально. Я думаю, девочки тоже будут не... Там она не впадет в какой-то ужас от этого колпачка. Еще она заказала себе люксовую, кажется, помада была, да. Я не буду ее доставать. И я могу вот только... Да, это нюдовый оттенок. Z0504, а это опять я путаю, это когда он сделан, он 5 апреля сделан. Вот такой. Так. И она еще заказала себе карандаш для глаз. Я долго искала, я забыла уже вообще, что-то там выглядит.
коробочке сейчас перед видео сидела, смотрела, думаю, что хоть это такое вообще, сравнивала со списком литературы. В общем, я его доставать не буду. Я думаю, люди, кто пользуется Avon давно, должны знать, что, как это все выглядит. Ну и тушь, которую я пришла, вот она запечатанная. Там у меня вообще была замена, я, правда, не очень поняла. Я не помню, что там было в листовке, потому что листовка вместе с каталогом находится у Женьки до сих пор. Но мне написали, что будет, возможно, будет замена, и извинились там, то есть все, 5-10, вот эта черная тушь и блеск, который я потом покажу. Я не поняла, что именно тут заменили. Это вот объемная тушь для ресниц Супер Шок. Черная. Еще раз я покажу. Ну и мы договорились, что я отдам ее Женьке. Но я думаю, что раз заказ все-таки делала ее сестра, то отдам сестре. Она сегодня приедет забирать этот заказ. Но они уж там решат, кто что хочет. Так, эту пену заказывала, вот огромную литровую пену французская сирень. Пена для ванн 100 мл. Женькина мама. Это как раз вот в основном на них этот заказ и строился. Я терла там это. Ну, действительно, она пахла сиренью, если потереть страничку в прошлом каталоге. Ну, не знаю как. И у меня, в принципе, сейчас очень много пен для ванн эйвоновских в основе. Ну, в принципе, по-моему, да, только эйвоновских. Ну, и сколько-то там гелей для душа, Green Mama и Фраже, которые можно тоже использовать как пены для ванн. Но я не стала себе заказывать, к тому же я большие объемы не очень люблю, оно надоедает. Одну я пену для ванн эйвоновскую тратила уже как гель для душа, потом в пустых баночках про нее расскажу. Так, себе я заказала, я вообще на нее давно смотрела, мне все что-то хотелось, то его в распродаже видела, то так, и просто тут решила все-таки заказать. Просто был выбор, что, вроде все, что нужно есть, но как-то чего-то надо прикупить просто именно до этой суммы. В общем, это детский гель для душа. Hello Kitty. Так, сейчас я его фиг вскроешь. Пожалуй, откручу вот так. Вкусно пахнет какими-то конфетками, даже немножко жвачками. Ну, в общем, что-то между конфетками и жвачками. Довольно прикольный. Думаю, на днях попробую. Такой, 200 мл. И тут я внезапно взяла себе все-таки уже за деньги, а не по баллам или в подарок. Вот эту классную маску. Она мне что-то там 260, что ли, она была. Ну, по скидке представителя она слегка дешевле. Это у нас Avon Planeta Spa, русская баня с экстрактами сибирской сосны и эвкалиптов. Ухаживающая маска для волос, 200 мл. Я, кажется, про нее не знаю, делала ли обзор, но в комментариях я где-то уже писала в восторге своей, в баночках пустых про нее тоже рассказывала. Ну, и она тут зафольгирована, как обычно. В прошлый раз, я помню, мне подарочная пришла коробочка чуть-чуть вскрыта, но так как там было зафольгировано, ну просто так вот откручено. Зафольгировано, то, конечно, ничего не пролилось. В этот раз у меня чуть-чуть открутилась крышечка вот этого средства. Ну и второй подарок, который мне пришел, это вот как раз из этого набора, это кристалл лилик, кристальная лилия, так понимаю, блеск для губ. Я решила оставить его себе. Женька любит слегка бледные. Я ей показала картинку. Но я так поняла, что она согласилась поделить этот подарок пополам. Он давался, если закажешь, на 1600 рублей. Делаешь заказ. Каталог у меня, я не достала, он у меня лежит на кровати. Я его тоже отдаю девчонкам. Я себе в этот раз ничего заказывать не буду. Но если они что-то выберут, то я, конечно, сделаю заказ. Я так подозреваю, что у меня голос слегка... вроде как простуженный, но я так умудряюсь периодически в тепло простудиться, даже не заметила, когда и где. Но на всякий случай извиняюсь, если это кого-то травмирует. Если вы досмотрели это видео до конца, то я очень рада. Если вам оно было чем-то полезно, интересно, то я рада вдвойне. Ну и пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, пока!